Ты, наверное, я не видела сообщение. Ну да, в Питере влажность, но когда я была там, ну там вообще очень хорошо. Я не считаю, что это прям такая влажность. Ну, мне нормально, мне подходит. Вот, ты похожа на мою сестру. А можешь показать свою сестру? Мне, кстати, многие вот так, когда пишут, потом, когда отправляют, ни капли не похожи. Видела на Надя, ты фото у видишь, ты одного шутник, просто обидел. танцора. Я алкоголик. Не завидую. А на такие вопросы я не буду тебе отвечать. Буду бить, ругать. Здесь мягкий, добрый. Пей себе на здоровье, гуляй себе на здоровье. Да, выживут там только сильные в этой Москве. Вот правильно написали. Какой вес? 48. Видела, да, что написали? Я алкоголик, выходи за меня, буду бить, ругать, гулять. Обязательно, обязательно. Я всегда мечтала о таком. А потому что квартира пустая. Прикинь, тебя никому не отдадим. За тобой, наверное, кто-то смотрит, если охрана не нужна. У меня братьев много. Вот моя Братья забирают, охрана. Меня братья, да, забирают, привозят. Так что мы на квартире. Ты весишь 25. Аня, да, я вешу 25. Дашь мне кое-что сказать? Давай. Давай. И вообще, я тоже брат, и у моего брата очень накачанный пресс. Я не знаю, как он меня каждый день побеждает, ты понимаешь? Потому что я не могу, потому что каждый день вот сюда даю. Я себя вообще не ограничиваю в еде. Вообще. Я не поправляюсь. Уже не дай. Я в маму. Дай поиграть. Как научились? Подруга научила. Так, подожди. Да не говори, заживем. Слушай, заживем. Регина, ну слушай, эти сегодня любят, завтра не любят. Тебе вот подожди, сладкий, подожди. Вот отвечай первый и последний раз, да? Тебе какая разница, скажи, пожалуйста. Тебе какая разница? Выходить. А что, армяне не люди, что ли? Я понять я не тоже могу. Не понимаю, Такие же да, люди. это. Успокойтесь уже. Я еще раз говорю, у меня очень много знакомых армяне, ну, девочек, да, вот. Очень хорошие люди, очень добрые люди. Если так получилось, это не ваше дело. Вам даже, если вам это не рассказала, то не ваше собачье дело, я так даже скажу. Пускай это будет грубо с моей стороны звучать. Видно, тебе написали в директ, потом ответь. Ай, хорошо, но вы мне уже заколебали с этим вопросом. Вы почему лезете каждый не в свое дело, не в свою жизнь? Вот честное слово. Фитнесом не занимаюсь. Даже если бы не за армянина вышла бы замуж, а за лезгина и развелась бы с ним, и то, что причины нашли бы, чтобы что-то сказать. Собака ты, а не я. Салам алейкум, давай отсюда. Был совсем другой уровень отношений. Прям запомнилась ваша фраза эта. А я не поняла. Куда делся молодой человек, с которым был совсем другой уровень отношений? Что за совсем другой уровень отношений? Я не нацистка, и вы такими не будете. Вот и все. Каждый не говори, у них что, я понять не могу. Такие же люди, как и мы. Прям, я не знаю, вот честно, вы вот говорите, когда вам отвечают вот, на, вот так вот с, ну, с агрессией уже, просто ну зачем? Вы зачем просто лезете не в свое дело? Вам что, от этого как-то живется потом легче или что? Вот как вампиры. Им тоже про вас так плохо говорить, отзываться, типа вы другая национальность и давайте мы вас будем обсирать. Это неправильно, понимаете? Мне так смешно. Слышишь опять, у вас была сраняна? Да, это вообще значит. Это... Да. Вообще-то я была замужем, ничего. Ужас прямо, ты посмотри, господи, какой вопрос. Который вам цветы дарил, приезжал, даже фотку с ним выкладывала с закрытым лицом.
Ну да, потому что хочется выбрать слова, чтобы человека сильно не обидеть. Уже просто говоришь, почему ты лезешь не в свое дело. И все. Вот, конечно, будет голос дрожать. Да, вот и все. Мне просто надоели такие вопросы. Мне просто надоели такие вопросы, и эта тема, честно. Я не люблю, когда за другую... Ну, извините, цветы дарил, конечно, да, было глупо, и хотел, и что? Передумал, у каждой девушки бывает... Год прошел, у меня что, не могут быть... У меня не может быть женихов? Скажите, пожалуйста. Не обижайтесь. О, Боже, заткнись, женщина. Ты мне это говоришь? Выйди своего прямого эфира и все. Нет, не может говорить. Если ты моей маме это говоришь, отвечай, я тебя на куски порежу просто. Это сама женщина и пишет, Фатима. О боже, заткнись. Женщина. А ну-ка, надо посмотреть на эту Фатиму. Фатима, я еще заскрину. Кто это такая вообще? Я ей скажу это маме, она поймет, как... Она пожалеет, что она вообще это написала. Отвечаю, вообще охреневают люди. Мама вообще не нервничает. Вообще не нервничает. Она, наоборот, настолько спокойна. Вы такая милая, спасибо, сладкая. В другой нации люди какие-то не такие. Слушайте, да уже, я не знаю, будьте людьми, оставайтесь людьми. Я еще раз говорю, в каждой нации есть плохие люди, их... И хорошие люди. Вы почему каждый делите на нации? Вот честно, я не понимаю этого. Все, все, забыли, хватит. Больше не отвечаю. Я заблокирую и все. А как мама прямой эфир смотрит? Да, это мама моя. У меня нет акцента вообще, я знала. Мне всегда говорят. Господи, я с ней женщина говорит. Я тебя заткну. Подожди, сейчас посмотрю. Которая достойно не смогла бы вырасти. Выкладывай, не выкладывай. Очень хорошая девочка, не хочется, чтобы тебя выйти. Я все, что я захочу, я буду выкладывать. В обиду не дам. Вот. А так спасибо большое. Ой, испугалась Исмаила, прикинь. Чё, крутые. Обращаю внимание, спасибо. Сейчас, сладкий, подожди, пожалуйста. Господи, потому что вот так вот читаешь, да, вот сижу, много адекватных людей. Много адекватных, у меня очень много адекватных людей, но и в тот же момент у меня очень много безграмотных людей. Я таких людей не глупыми называю, а безграмотные. Да, и с левых страниц. Вы никогда не зайдете и не напишите мне со своей страницы. Вы никогда это мне не скажете мне в лицо. Да, да. Знаете, я вам больше скажу, мне в Дагестане кричали, типа, с Дагестана писали... А все типа, мы тебя убьем, когда ты в Дагестан приедешь. Я в Дагестан приехала, хоть кто-то подошел ко мне. Люди, хоть кто-то ко мне подошел. Какая тебе разница, разведенная или нет? Да, я... каждому есть дело до чужой жизни, но не до своей жизни, понимаешь? Каждый не пытается свою жизнь улучшить, но они будут брать и оскорблять тебя. А кто-то... лезгинов никто не оскорбляет. И я не дам оскорблять наш народ. Да вообще не надо никого. Я не лезгинка, я лезгинка, я не чеченка, я не понимаю тебя. Вот. Привет. Смотри, сколько людей сидят, потому что Регина на эту тему разговаривает. Видишь, как всем интересно. Ко мне там, меня там очень тепло встретили, я вам так скажу. А в Питере там зависит от района. Скажи на лезгинском. Какой район такой и... Регин, скажи на лезгинском. Кого он чему? Кого он за звонка, за сам.
Такое точно не буду говорить. Конечно, они себя этим унижают. Они меня вообще никак не затрагивают и не унижают, честное видите, слово. Квартиры снимают, смотря какой район. Я лезгинка. Да, смотря какой район, такой, такая и цена. Там есть очень дорогой район. Очень. Есть простой район. Вот где я была, там простенький, хороший район. Вот мне понравился этот район. Вот. Ну что, адрес говорит? Сара Резиен. Да, да, да. Вы без эффекта красивее. Сара, спасибо. Вот так вот. Ух. Да, и за 16. Не, там больше. Ну, 30. Какая милашка. Вы сами милашки. Господи, вот так посмотреть, сама милашка. Давайте вы пишите, пожалуйста, на русском, иначе я буду сейчас блокировать. Да, мало ли какие-то мучики. Я буду блокировать, честное слово. Я себе сейчас даже не... Я не позволяю себе с вами разговаривать на своем языке. Я могу ответить кому-то на лезгинском, ну так, пару слов. Но и то я иногда отвечаю на русском языке, я не отвечаю даже иногда на лезгинском. У меня в Дагестане очень много родственников. Очень. Да, Невский есть. Очень красиво там. Там очень красиво. Вот, на Невском. Нет, я не понимаю. Я знаю только лезгинский и русский, все. Да, у меня тоже такое чувство, как будто я одна в мире развелась, и меня все хотят этот убить и застрелить. За что ты? Зачем? Как ты могла? Так, ты говорила, что не знаешь лезгинский. Как я могла такие слова сказать, если я знаю лезгинский язык? Я просто сказала, что я не буду говорить что-то на лезгинском. Маму ты показываешься, да, папу нет. Почему? Посмотрите, в актуальном у меня там есть и папа. Кусарские кусары. Нет, кусарские лезгины отличаются. Можно сказать, многим. Всем почти. Меня Регин зовут. Плохо знаешь лезгинский, нет. Дагестанка, да, я дагестанка. Была подписана... Может, случайно отписалась. А, нет, я знаю лезгинский язык. Нет, я не понимаю армянский. Я знаю только лезгинский и русский. Все. Армянский знаю. Исмаил. Из родственников кто вы, Менхюре? У меня там... Бабушки и дедушка, и получается... Дядь, сколько у меня там? Два, и да? Два ими. Ну, два ими там осталось. И два... Две имешки, да? Два, ну, двое дяди и две тети. Раз, два, три. Спасибо большое. Два. В Питере... Ой, как назывался? Просвещение район. Проспект Просвещения. Скажи, чем? Район. В каком районе в Питере ты? Просвещение. Может быть, я еще не знаю. Кусарские лезгины, они на стороне похожи. Разделили, когда Советский Союз... Сколько вам обошлось операцию губы в деньгах? Я губы не делала. Бесплатно. От папы. Зайдите, посмотрите мою актуальное, вы поймете, посмотрите на моего папу. И вы поймете, что губы это мои. Я стояла в очереди за ними, за губами. В первую очередь за папой. Понаборолась за моего отца. Операция губ. Я вас умоляю. Операция губ. А это кому стучаться? Видно же, что это натуральное. Это кому стучать?
Это гости или что? Мама, гости? В целом, не ожидала. Я, господи. А мы же не говорим, что отличаются. Я, нет, я имела в виду гусарский же... Язык отличается. И некоторые обычаи у них, как у азербайджан же. Вот, я это имела в виду. Потому что они на той стороне, у них они что-то хорошее, а кто-то взяли. Да. Чего такого нет. А кто? Что я плохого сказала? Вот. У меня дело. Эля, ты решила этот? Так что приходи, ждем тебя. Она специально пишет. Нет, это пишет. Папа просто глупо пишет. В Питере будешь? Аделя пишет. В Питере буду. Далеко от меня, да. Так что приходи. Хорошо. Ну, если Аланта и получится, поедет. Вы в Дербенте были когда-нибудь? Была, у меня там родственники живут с маминой стороны. Хорошо. Мама. Понимаешь, они не смотрели этот мультик. И тебе спокойной ночи, милая. Женского счастья, спасибо, я тебе вдвойне желаю. Ты не видишь сообщения мои? Напиши, пожалуйста, еще раз. Наверное, не видела. Скоро выйду уже. Уже устала здесь сидеть. Что-то я с вами сегодня не ожидала, а потом поцелуйчик. Я не успеваю читать Адиле, вообще не успеваю. Разве голос дрожит у меня? Да нет. Мне 23. Хочу хинкал. Какой хинкал ты хочешь? А почему мужчинам не отвечаешь? А зачем мне отвечать вам? Исмаил? Исмаил, ты почему не спишь? Я ценю верность. Слышь, успокойся. Мне говорят, что я... У меня все нормально. Вы что понимаете? Что вы скажете? Мне говорят, что у меня голос дрожит. Я просто устала уже разговаривать. Твоей маме взять не нужен. Моей маме нужен, мне нет. Мне пока не хочется. Сейчас прикол же есть наоборот, что девушка к парню подходит и говорит, твоей маме, говорит, невестка не нужна? Не-не-не, он говорит, нужна, пошли. И вам всего доброго. Исмаил не спит, потому что мы еще не дома. Джамиля, привет. Всем всего доброго. Я предупреждала. Человеки человечность, дорогие мои. Да, человечность. Ненавижу вранье, когда предают. Больше всего ненавижу вранье. Ненавижу, когда не сдерживают свое слово, когда что-то говорят, тебе скажут что-то, и в итоге... Ну, или говорят, я не буду это делать, а в итоге делают. Или говорят, я сделаю так, а в итоге делают по-другому. Вот я ненавижу это. Либо говорят, я это сделаю там через время, в итоге не делают. Я терпеть не могу это. Вообще просто. Ладно, всего доброго. У меня просто отрезает от таких людей, когда... А что ржет кто-то тут? Вот, меня отрезает от таких людей сразу просто. А все обычные, ну, что поделаешь. На фотке все мы яркие, необычные. На фотках мы выбираем свет, ракурс и так и тому подобное. А. Вот эта девушка, Ника, она говорит, тебе пишешь, а ты не видишь. Я не вижу ее сообщение. Ты видишь ее сообщение? Сейчас пролистаю вниз. О, Расим, привет! Расим зашел мы. Джоник. Расим? Ты как? Да просто она смайлик отправила, ты не видишь сообщения. Нет, я не покупала. Ты
Так, сейчас найду, посмотрю, что она там. Я не видела. Если это ты. Если я тебе на них не ответила, пожалуйста, продублируй их заново. Слушай, я тебе нету, отвечу. Нету. Видишь, моя мама просто даже не видела. Смайлик вот есть с сердечками. Да. Рука вот так вот. Жизнь боль, да? Играй красиво. Мама. Мама. Хай, маме, хай. Исмаилу пока не ответишь, мам. Да там бегали Исмаилы, это я пошутила. Ничего. Никто не стучал. Там бегают? Уже не бегают, уже спят. Нет. Маленькие дети давно спят, это ты не спишь. А почему там бегают? А что это? Что стучит? Ты же бегаешь? Вот я не... Видать, мама хорошая у тебя. Да не, бывает, по локоть откушу. Мам, дай мне играть. Да. Мам. Сейчас она правду сказала. Я очень терпеливый человек, могу долго терпеть. Терплю, высматриваю, выслушиваю. А вы, когда мужчины пишете слово вот это вот детка, скажите, пожалуйста, вы чем думаете, когда вы так пишете? Вот чем? Любовь не слышит. Уходите про мою. Покажи Исмаила Регина, иди сюда, Исмаил. Иди сюда. Вот Исмаил. Так не делай. Не зрачка есть. Не делай так. Ну так, покажу тебе. Детка. Детка, будешь своей детке говорить, когда у тебя родятся. Спасибо. Вот опять, видишь, только с маленькими глазами. Что, Асель, что? Так. Приветик, ты где? Приветик, мы с мамой на квартире. Прийти помочь, обои поклеить, уже все, закончили. Мне скучно дома. Сиди дома, скучно ей. Сиди дома, женщина. О, Ася. Да. Маме сладкий. Он действительно маме сладкий. А пока мы его еще не знаем. А вы лично знакомы с какой-то серией? Я лично с ней не знакома, но я ее давно знаю. Вот. А что такое? Вот она, смотри, да, зараза, когда я уже поклеила обои, прийти помочь, а, говорит. Да, да, теперь она говорит, прийти помочь. Без рук, ночами тут клеила обои, а мы делали, еще домашние дела делали. Альхамдулилля, все хорошо, вы как? Ногти делала, и она... Мой вопрос, прости, пожалуйста, продублируй, пожалуйста, чтобы я не листала наверх. Так тяжело искать вопрос, который они задают, и не вроде все читаю. Мне не все показывают. Я сладкое знаю. Да, не хочу. Ничего ты не знаешь. Ты только знаешь, как надо... Ай. Еще. Хорошо, Щерин, отвечу. Исмаил, не хочу я. Ладно, я сам пойду. Почему мне не сказали? А ты пришла? Да ты на работе и так. Асель, ты мне что обещала, а? Ничего. А ну быстро скажи, что ты мне обещала? Я знаю, что ты прилетела. Ох, какой тут шампусика с тобой, вы напились бы и поклеили, пожалуй. Ну, вы бы тут поклеили бы потом. Слушай, даже не вспомнила про тебя, я знаю, что ты помогала мне. Печалимся, сидим. Лучиз? Они не взгинем. А почему? Сейчас всех научу слово лучиз. Ты игрушка. Почему? В смысле игрушка? Мама. Я подумала, что вы дружите. Нет, нет. Намаз, да. Мама. Да, делай. Совершает, да. Красиво очень, спасибо. Мама. Листы по психологии какие-нибудь темы. Как думаешь, помогают ли они разобраться? Нет, говорю же, я не покупала. Не покупала. Курицу надо купить. Ты ее уже... Ты... У нас и курица есть. Вон, этот бабушка отправила... Бабушка отправила и курицы, и орехи отправила. Все есть. Рот не закрывай, да, Саша? Вот.
нам приходи, к нам. Приходи. К нам приходи и готовь давай. Можешь прямо завтра ко мне прийти, Ася? Я тебе всю, и кухню всю предоставлю, раковину, все-все. Курицу. Курица, орехи. Все предоставлю, я буду работать, а ты мне приготовь. А то у меня с утра работа. Да-да, дагестанские куры, ты просто обалденный, и увидишь, что вот эти вот монеты скинешь, но раз ты кушать не будешь. Так что я не покупала ничего. Да, я... Да. Вот если отвечаешь, придешь за нас тогда. Накорми меня завтра, я готовить не буду, буду ждать тебя. Вот, 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 вот. Завтра у Регины выходной. Все, вся аудитория, 100 человек. Да, вы все свидетели. Вы все свидетели. Завтра Лаванги выставлю, Регина выставит в истории. На вопрос ответь. Я ответила, да, совершаю намаз. Я отвечаю на ваши вопросы. Просто вы думаете, что я не на ваш вопрос ответила. Маме не надо показывать. Маму. Ах, знаешь, я балдею. Подожди, ты завтра у нас дома должна завтра быть... Завтра балдеть будешь. Должна быть в 7 утра, ты поняла? Да, я участвую в Диве. К Ц... Это что было? Цкен нет. А? Цкен уже сами готовить будем. Что было? Мясо отправили, главное. Что было? А там уже сами. Ты ходишь в брюках? Да, а че нет? Моя бабушка что так было? Зовут. Что а в брюках я очень-очень редко хожу. Что было? Вот очень-очень редко. Дима, ну что было? На мой не ответил. Что нет. Я? На что какой было? Вопрос? Смотри, не знаю, что-то было. Маму не могу показать. Не показываю маму. Вы сглазите ее. Ты много говоришь. Закрой рот, женщина. Как мне сказали, заткнись, женщина. Ник, не продадите? Нет. Заткнись, говорю. Я давай. На, дай мне. Дай мне. Бомба, друга, да, бомба. Бомба, да. Я тоже люблю. Я и готовить его люблю. У моего любимого мужа любимое блюдо, хотела сказать. На нас внимания не обращаешь. Я отвечаю на ваши вопросы. От 0.20 вообще ничего не означает. Я когда-то создала этот ник, ни у кого не было этого ника. Ни от 0.40, ни от 0.70, ни у кого не было. Как Регина создала, 250 таких появилось. Я с мамой песню споет. Сейчас запою, сейчас запою. Да. Регина, что я слушаю? Мы с мамой как подружки. Так, ой, сейчас у меня люлей получит. Мама смеется. А я лезгинка. Регина. Я думала, на мертвой тачке. Иншалла, когда-нибудь я, кстати, думала об этом. Когда у меня будет машина, я поставлю эти номера. Регина. Да. Мама, я вкусно готовлю цкен. Регина. Мам, я вкусно готовлю цкен. Да, так себе. Мам! Мам! Я забыла, не помню даже вкуса. Она врет. Мам! Я мучное вкусно готовлю. Что нечаянно? Регина! Ай! Здравствуйте! Смотрел хочет, чтобы я с прямого эфира выключилась. Так что, потому люди, что я... Мама... Я сейчас буду выключаться. Потому что мама мне не дает игры. Я хочу поиграть в игры. Голодная, если честно, устала. Поэтому уже люди думают, что я когда на что-то отвечаю, у меня голос дрожит. Слышишь, тут... 95 вот этот вот. Что? Ты завтра приходишь и готовишь мне вот этот вот леванги, или как он назывался? Сколько лет маме? 43. Мам, я вкусно готовлю жицкен. Ну, мам. Приготовь, я забыла. Она врет. Ну, мам. Тебе же сказали, что дадут. Ты приходи, я тебе покажу, что она тебе даст. Мне как раз завтра с утра работать до вечера. Что мне дашь хорошее? Да, купи свои. Я стояла... Тебе мои объятия, поцелуи, тебе не хватает? Скажи, пожалуйста. Мама,
Да. Ты представляешь, чтобы я тебя обняла? Это уже какое-то счастье. Я тебя и так не обняла. Нет, позже она не обняла. Губы, да, свои. Позже, у меня уже время будет позднее. Что такое скин? Это, да. Скин-бомба, честно говоря. Губы соседки. Нет соседа. Она приготовила, которое я давала. Нет, мама не приготовила. Мы твой ждем. Какой мама? Я же тогда, Ася, даже не поела толком. Ты, что, не ты меня каком? Ты меня когда в каком году, говорит, целовала? Вот она же говорит, ты же обещаешь, завтра расцелуешь. Завтра обещаю. Представляешь, Ася? Представляешь, чтобы я? Представляешь, сенсация. Чтобы я тебя поцеловала. Ешь, самой смешно стало. Обещаю. Если ты сдерживаешь свое слово, то я свое слово тоже сдерживаю. А если приготовишь лавангисмурцы, это вообще бомба. Я еще и поцелую тебя. Я короче, с утра ее вытаскиваю. Если приготовишь лаванги, тебя еще и поцелую. И хорошие слова тебе скажу. Еще когда ты уходить будешь, я тебя поцелую. Я уже все, я выключаться сейчас буду. Сейчас я зайду в прямой эфир. Не надо. Спаси. Ася, ложись спать. Я такая нарисованная. К тебе подходит фоткаться на улице? Да нет. Ася, скажи же, я твоя любовь. Любовь моя. Я пошел. Дай я просто Асе скажу. Это девочки, это девочки говорю. Дай я просто Асе скажу. Просто она когда приходит, я ее даже не обнимаю, чтобы понимали. Поэтому, ну давай, говори Асе. Ну, скажи, сядь. Так, садись. Он, Ася, кстати, по тебе соскучился. Приходи завтра, серьезно. Да. Ася, ты на завтра да. Я родилась мусульманкой и всегда была мусульманкой. Иди. Понятно тебе? Иди. Когда что-то говоришь, отвечай за свои слова. Понятно? Дина. Ася, скажи, что я твоя любовь. Да, в первую очередь. Мам, ты, короче, на первом месте, я на втором. Ты ангел, Регина? Ты куда спрятала свой дневник? Последний раз, последний раз. Передам мужу, что я проигнорила. Приходи к нам завтра, Ася. Исмаил тебе пишет, вах, ты мой сладкий. Исмаил, тебе сказали, что ты четкий пацан. Ты жизнь моя написали. Смотри, сколько слов тебе написали, так нечестно. Дай, кажется, еще... Я сниму как-нибудь. Люди, у меня никак руки не дойдут, вы красавчики, просто бомбовые. У меня никак руки не дойдут, чтобы я снимала, как я рисую эти стрелки. Скажи, обязательно, слышишь, когда-нибудь... Оттуда наша лампочка так хорошо видна. Реально. Вы вкусненькое. Вы красавчики, вы бомбовые. А они тебя спрашивают, будете дружить? Да, скажи, буду дружить. Скажи да. Да, буду. Да. Что ты хочешь вкусненькое, Ася спрашивает. Лавангей, скажи. Скажи лавангей, Исмаил. Да, это мой брат. Такое? Просто скажи лавангей. А что это такое? Просто скажи лавангей, ты попробуешь завтра. Надо было мне приехать. Ну, ты что не приехала? А машинка? Машинку. Вот такую сейчас. Мне кажется, он много сердец разобьет, этот парнишка. Да, губки классные. Хорошо, Исмаил. Скажи ему, что жизнь сурова. Зачем мне ему в таком возрасте это говорить? Может, у него не будет суровая жизнь. И скажи... Тевсик, привет. Тевсик, привет. Скажи машину. Дети не должны знать, что такое еще жизнь. Какая она бывает. Салам, дышите. У них все должно быть светлое, яркое, веселое. Вот у них одинаковые руки. Хоть люди заметили. Да, я тоже сделал. Вот. Ай! Мам, ну скажи ему! Больно, Исмаил! Дурачок, а? Ну, он упал, наверное, случайно. Больно стало. Хлебушка принесешь, хорошо? Хлебушка?
Ух ты, давай, я как раз тогда как пойти буду. Смотри мне, завтра оставишь нас голодными, прибью вас. Голодными, я буду работать. Я буду завтра работать, Ася придет вкусняшку приготовить. Ася, ты с утра придешь, понятно? Мне что, вытаскивать то, что ты готовила? Вот это и я поела совсем немножко. Это что такое? Я не кушаю так мало. Я так мало не кушаю, ты же знаешь. А туда же рис надо, да? У меня рис нет. Ася принесет. Ася же сказала, что нет, просто только курицы нет. И орешков. А я как больно надавил, больно, да, и свою. Да, больно стало. Мама, ну скажи, что сказать? Что сказать? Я пропустила. Меня только. Ты лучше выйди. Походу. Хотя бы красивая застыла бы, что ли, блин. Ну, понятное дело, но у каждого же должно быть свое детство, чтобы каждый помнил свое детство запоминающимся и хорошим, а не каким-нибудь... жестоким, какой он есть на самом деле, этот мир. И работать, и учиться. Давай тогда, все, завтра. Весь рис у нее есть, так что... Приходи, Ась, приходи, буду ждать. Ей только курица нужна и орехи. Да, а курица и орехи у нас есть, так что... Раз ты сегодня просидела в парикмахерской, извините, с 11 до 5 вечера, вот у меня просидишь. Что 11 часов жду тебя, Ася. Это кто? Мама. Мама разговаривает. Заткнись, женщина, напиши еще. Сейчас они мне напишут. Заткнись, женщина. Я им потом напишу. Мама. Я обижаюсь. Мы зеркой. Я устала, поэтому я сейчас выхожу отсюда. Все, я реально уже устала так долго сидеть здесь. Так что, люди, выхожу. Да. Ася, я тебе напишу. Так, все, выходи из прямого эфира. Вы смотрите, я уже Исмаил устал, то, что я здесь сижу. Так что всем спокойной ночи и хорошего. Да, я хочу в игры поиграть. Хорошо, все, выхожу. Ты поняла меня? Да.